Добрый день, дорогие друзья! Я в замечательном городе Лух и в замечательном музее Николая Николаевича Бернадоса. Музей он тут состоит из трех частей. Мы сейчас находимся в части, где представлен русский быт. И здесь вы можете увидеть много интересных таких приспособлений, изобретений и находок, начиная от самовара, конечно. Самовар – одно из самых гениальных изобретений, которые русские вот в таком виде представили. Ну, например, замечательное изобретение. Вот кто догадается, что это такое? А это старинный памперс. Ребенок здесь сидел, и не страшно было, что он обмочится. Видите, какие замечательные утюги. Тоже это целая отрасль, целая промышленность была, где множество всяких хитростей было применено. Вот такие замечательные мельницы, пилы. Это вот что-то. Табакорезка. Табакорезка. И все остальное. То есть, если вы посмотрите на русский быт, то он весь заполнен маленькими какими-то интересными вот такими находками, изобретениями и украшениями. На первый взгляд это ничего из себя особенного не представляет. То есть, тем более, что у нас примелькалось это все внутри, и мы это как обычные вещи воспринимаем. Но Николай Николаевич Бернадос вырос вот в такой обстановке, где вот такая творческая мысль русского народа и русского творчества приводила к тому, что, развиваясь в этом обстановке, люди имели хорошие изобретательские способности. Ну, тогда называлось инженерные способности. Инженер в то время, когда Николай Николаевич Бернадос имел свое развитие, была очень почетная должность. Развивались фабрики, начала развиваться железная дорога. И он у нас изобрел сварку. Сварочный аппарат, электросварку. Здесь вот представлены некоторые образцы Николая Бернадоса. Вот видите, здесь более современные есть образцы. И здесь есть сборник его изобретений, который представлен всем таким вот большим списком. И здесь очень интересные. Газокалильная лампа, паровая кастрюля, пароварка. Представляете, в 19 веке. Прибор для стиралки. Ну вот отжималка, те, кто знает. Велосипед, сани, трехколесный велосипед. Прибор для предохранения от разбрызгивания грязи. Резиновые шинами. И так далее. То есть может ехать автомобиль и не разбрызгивать. Ну там карета или еще что-то. Вот колеса он различные изобретал. Изобрел мину, изобрел торпеду, изобрел автоматические двери, которые вы в метро видите, открывающиеся. Ну, стиральную машину, конечно. Вот, то есть вот такие очень интересные вещи он изобрел. Но я вам это все показываю, потому что сейчас у нас есть вот такая мысль и идея в области перенести для детей техноград в сельскую местность, ну, в частности, в Пестяки. И есть люди, которые говорят, ну а что вот в сельской местности, что дети тут из себя представляют. Я считаю, что дети в сельской местности имеют преимущество инжиниринговое вот такое перед теми, кто дети в городе, потому что у них, во-первых, меньше загруженность, они не тратятся на дороги и на все остальное. У них большая сосредоточенность, потому что тут еще такие хорошие школы старые. Вот. У них лучше здоровье. Здоровье. Вот какой для перевозки снаряд изобрел. И поэтому вот, когда сам Николай Николаевич создавал, а здесь у него было имение, были его крестьяне, то он здесь создал целую лабораторию, где вот крестьяне его, значит, эти на досуге, можно так, занимались тоже этими изобретениями, воплощали их в жизнь. То есть вот выстраивали то, что они изобретили. Поэтому я считаю, что перспектива переноса вот высокотехнологичных
Техноградов в сельскую местность есть, в том числе и в Лухе есть место, есть, значит, объект, где можно было сделать такой вот клуб-санаторий, куда на лето приглашать детей, и там и хорошая река очень, и чистая экология, и замечательный вот такой есть музей Николая Николаевича Бернандоса. Спасибо за внимание.